Полицейским Казахстана разрешат применять огнестрельное оружие без предупреждения. Такая норма содержится в законопроекте о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел, который представлен в Мажилисе в Астане, сообщает портал закон.кз. В пояснительной записке к проекту закона говорится, сотрудники ОВД, как и ранее, сохраняют статус представителя государственной власти и защиту его государства. Условия применения оружия и спецсредств определены законом о правоохранительной службе. Вместе с тем, проектом закона для защиты сотрудников, в случае если посягательство непосредственно угрожает его жизни, предусматривается право применения оружия без предупреждения. Однако население пугает тот факт, что при таком раскладе в стране могут произойти трагедии. Ведь покалечив задержанного, зачастую стражи порядка выдают это как за оказание сопротивления сотруднику полиции. Однако сами депутаты утверждают, что народ неправильно понял закон и даже назвали такое восприятие вульгарным, пишет информационный портал.